Да-да. Ну что, Да. вторая Ну миссия. что, погнали. Битва за Суляку. Так, что там у нас? Френдзонли, правильно, да. Бэк, да. Ультимейт Бадас. Battle for Suляка. And we can start the game. Тебе Это... привет передают у меня в чате на Ютубе. Hello, hello. From the sunny Latvia. Ни хрена она не sunny, конечно. Тут сегодня град был. Рейвен передает тебе привет. А, ему тоже привет. Пускай присоединяется, он же недавно прикупил себе. Да. Ладно. Ну чё, понеслась? Ну, Ты ладно. готов? Хикс. Как я могу быть не готов? Капрал Хикс, готов! Я что? Можно тебе тапочки принести? Так, блин, как тут начать? Блин, ее кордовый Так, поход на ЛВ 227. Как у нас поход на 227 ЛВ? Какой ЛВ 227? Там 427. 426. Сейчас. Ух ты, а что у меня с графонием? А, во, прогрузилось. Эй, а что у меня вообще с оружием? Я же все менял. Я вообще как Понял? Хикс выгляжу? Нет, ты не выглядишь как Хикс, ты выглядишь как чувак с 40 Как лет. дерьмо. Куда мы идем? Товарищи из Вейланд Детали. Так, я немножечко музычку себе тишу. Мастер Вол. Вот так вот, да. Yes, I would like to accept. Ну что, понеслась? Тут Да, ты крипер. понеслась. Ух, ни хера, как меня быстро завалили. Что-то я тут разбегался. А ничего, сейчас нужно до следующего этого А, это наш. дожить. Не-не, да меня поднять еще можно успеть. Я тут лежу, отдыхаю. А, да, ты бы А все. сказал это. Сейчас побери. Успел? Ни хера Два себе. метра от тебя. В бочку застрял. Я что-то как этот Рэмбо побежал. Я аж выдохся. Так, чё, где Куна у нас? Где ты? Я здесь вот, ну да, я здесь вот. Понятно, вообще понятно, где я, да? Да-да-да. Блин, тут же как-то можно оружие, да, себе поменять, по-моему? Так, тут броня, иди возьми. Да, я же говорю, там была кнопка, которая меняла все оружие вообще. Тут я не знаю, чем Ну, прямо во время игры можно поменять? Да, прямо во время игры. Ну-ка, сейчас я гляну. Иди, зайди в сеттинги, найди колесо смены оружия. Вот, или как оно там правильно называется. Выбор следующее, основное, дополнительное, личное. Меню оружия. Б. Сейчас я тебе скажу, как это называется. Ты нашел, да, Б. Б, да? Ну, мне тоже на Б, вот. И там просто все оружие, которое есть в игре, оно у тебя есть. Я думаю, просто тут... чуваки в Тут определенном даже моменте обрез не стали заморачиваться. Вот, и ты, в общем, как классический герой 90-х таскаешь весь инвентарь на себе. Я буду с обрезом бегать. Просто Я мне понял, кажется, да. как будто ты только с двумя оружиями. Я вначале очень так сильно стрессовал по этому поводу, потому что... А, меня телепортнуло. Да я ты прям... Поэтому... Ты прям передо мной появился. А тут бронька есть. Ага. Так, что тебя стрессовало? Стрессовало, что как бы на определенном этапе игры у меня как бы... Вообще патронов не было. Я думал, как с этим жить? Что вообще делать? Там
пистолетом вообще бегать или что там там. Что делать вообще? Он. Ага. А потом опаньки, а тут оказывается все можно выбирать, все что у тебя угодно. И у тебя там целый арсенал оружия за плечами. Такая, нормально живем. Ну, конечно, такая безалаберность с точки зрения какой-то иммерсивности. Yeah. Так, ладно, все, понеслась. Кто там? Ой, сорян. Блин, я все никак не могу вспомнить, как среди мафии называется этот ритуал, когда с обреза убивают. Блин. Вендетта. Вендетта? Не, не Вендетта, я говорю, как-то он называется, блин. Ритуал. Ой, забыл. Ну, у них такая, такой прикол есть в итальянской мафии. Типа, что там изменника обязательно надо в сапрезу шлепнуть. Я не в кофе. Хочешь римляне, да? Да. The power loader to open an exit. Что там нужно сделать? А, во. Открыть вход с автопогрузчиком. Дух. И я большой и страшный. Как там было? Стой. Эд, я на тебя хотел залезть. Да ты на всех хочешь залезть. Ну, да? Покатай меня. Большая черепаха, да? Все. Я злой и страшный, серый волк, я поросяток знаю толк. Ну тут он идет такой, ой, ёпка, давай, что за фигня? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Смотришь на меня и стреляешь влево. Меня нервируют всякие яичишки. Неопознанные. Так, тут бронька. У меня вроде полная. Хорошо. Крытый док, так, а кого ты это нашел? О, слушай. Ты там что-то нашел у тебя? Да, я взял жетоны. У меня по... еще один лог нужно найти и одни лычки. Не лычки, как называются вот эти док так. Ну да, я понял, жетоны. Жетоны, да. Забавно, как они на английском, типа собачьи. Собачьи но... метки. Очень. Как файт, блин. Кто здесь? Кажется, он сломался. Несите нового. Тут патронов полно. Что а произошло? Тебя телепортнуло. Походу. Зачем ты меня телепортируешь? Не знаю. О, лог, кстати, тут есть. Я вот стоял только что вот здесь и стрелял по вот этому лицехвату. Вот он тут, видишь? Ну, что-то тут заглючило. Какими-то вещами. Ну ладно, нормально. Походу мод все равно не очень хорошо чинит какие-то вещи. Он, походу, знаешь, как раз таки в этой вот неровной биомассе ну, эти модели застревают немножечко. Обидно. Он немножко, как говорится, зачепився, да? Зачепився, да. Как бы давно уже пора делать open-source версию этих самых чужиков. Там, кстати, есть какой-то парень, даже российский, который делает Alliance Hope for Future, что такое, про то, как жила колония Хадли Скол, Надежда Хадли, до нападения чужих, ну, как бы последние часы. Что тут? Вот.
Да, но это же немножко не то, как бы хотелось бы, знаешь, таких вот... Я уж думал, это сел батареи из GTFO. Да, пойдем. Что-то... Ой, извини. Да ёпарса ты, два выстрела и все в тебя. Ну ты... Точный. Орел ты, соколов. Да. Скрип. Или что это произошло? Или просто, знаешь, этот самый кооператив, он немножко ломает игру. Тоже не доделал. Блин, обидно. Он тварь бегает. Ух, ни хрена себе ты прыгаешь. Че, я пошел. Видимо, игра не очень другая с пингом. Ну, по крайней мере, чужехваты. Так, ты где там? А, ты этого ловишь? Да, я его поймал. Тут аптечка. Тебе вроде не надо. Ты вроде хороший. Пойдем дальше. Что у нас тут такое? Непонятно, чё? Я не трус. Сейчас я вам тут проход закрою. Ну попробуй, пройди. А, пройду. Не надо, это самое. Лысый глобус тут. Устроил. Клавиатура. А зачем ее использовать? Что случилось? Я что-то активировал. Что-то где? А вот здесь вот я клавиатуру активировал. О, по-моему, это какой-то секретный, этот самый, секретный дверь, пасхальный дверь открыл. Да. Но где эта дверь, черт ее знает. Непонятно. Так, что там? Квартирмейстер. Так, кто? Что, где? Так, я у терминала. Ага, пропингуй там. Псички. Сломал его. Кто все так телепортирует, а? Не знаю. Белла чао. Да нормально все, да, там проснулась какая-то хрень на лице. Не в первый раз. Имя у нее такое типичное, как у актрисы для взрослых фильмов. Да. Белла. Не морпехов не девай, да. Тебе тоже звонят, да? Heading to the bridge. Please advise on fastest route. Solid copy, Bishop. Heading to engineering. We'll update on status as it happens. Бродкаст. Так, что это у нас? Лок, не лок? Посмотри, может, твое? Ну, какой лок? Ну, там, собирать логи, чтобы экспу. А, понял. А, лог, я думал, ты сказал, лог закрытый, типа, что вот это. Нет, вроде нет ничего. Нам туда, но давай посмотрим, что тут еще есть интересно. А, белый где-то там ночью. Здесь crime scene. Что? Crime scene? Ну это как это, криминальная сцена. Ага. О, я вижу же Док Такс. Где-то за стеклом. Да, вон они за стеклом. Куда еще дойдем тогда? Так, что-то у нас... Слушай, а Фунс Дэй с нами тоже хотел сегодня поиграть? Там? Да, он вроде хотел, но что-то он как-то так
А то у нас тут, походу, собирается компашка в четверых в GTFO. Да? Ну я смотрю, он там играть начал. Наверное, откликнется. Ну, окей, не знаю. Если хочется, то окей. Он же в GTFO хотел или во что он хотел? Ну да, но он на GTFO event откликнулся. Ага. Так, раунды. Патроны. Патроны. Я помню, что в прошлый раз, когда мы там собирались в кооп играть, то оно вместе как-то так срабатывало, правильно? Так, что тут, блин, прыгай. То есть на всех патроны распределялись. Так, ты доктаги. Доктаги забрал? Нет, я их что-то пока вообще чуть я немножко потерялся. По кровушке иди. Понял. Хочется пошутить, но не буду. Белла чау, белла чау, белла чау, чау, чау. Красавчик. Не, я думал, может, да? как Макс Пейн, знаешь, баллоны полетят. Ага. Так эпично, кинематографично, да? Угу. Что тут у нас есть? Скриптово. Так, сюда не попасть, сюда не попасть. Значит, только одни двери сюда. Тили-тили. Белла там себя уже... Какая она смелая, да? Ну? Не привыкает, да? Так. Бронька, куча шлемов. Это у меня мультик состояние. И контрольная точка. Sulaco Actual, it's Winter. We're on the service rail and route to the bridge. What's your situation in Cargo 1? Как ни крути, а все-таки прикольно вот здесь. Так, посмотрите, пожалуйста, на лево тут всякая такая вот эта космическая битва. Да. Да-да-да. Так что тут творится-то? Когда интерфейса нету, ты не видишь кучу здоровья, и ты чувствуешь себя бессмертным. Да, непонятно. Так, ну тут уже нормально, что-то черт я знаю. Ну, в любом случае, если что, я тебе зареваю. Если сам не знаю. Давай, пришло время. А ты где? А, ты там? А, ты бессмертный пони, да? Да. Во, я вспомнил, Амерта называется. Так, боеприпасы. Здоровье. Так. Нам сюда и нужно. Что-то знакомое. Где-то я тут уже проходил. Пусть это все. Как тут дальше? А тут что-то включить надо, наверное, будет. Вон, да, открыли дверь дальше. Есть какие-то джаггернауты. Белла лежит. Как ее поднять-то? Кого? Да Беллу эту. А черт ее знает, сама встанет. Знаешь, с этими ботами непонятно что. Мина. Все... Да, ну и черт с тобой. Так, ты немножко коца на себя. Все, она встала. Молодец, видишь? Да, за окном красиво, я тоже согласен с тобой, вид хороший. Так, у тебя здоровье полное. Так, бери. Я аптечку возьму. Броньку, аптечку, все там. Тебе броники не нужны? Не, я что-то полный весь. Обожаю.
Кто здесь? Так. Это пикает, а налево. А, ну да, там дверь. За дверью кто-то есть, очень рядом. Ясно, чтобы не погасло. Если честно, я сделал это случайно. Ребят, извините, конечно. Я нажал правую кнопку, чтобы прицелиться, а оказывается, тут огнемет. Прикольно. Так, так, что-то ты... Так, ой, я убил. Тебя убил. Сорян. Friendly fire. Ну, какой точно. Зацените то. Кто здесь? О, вот. Наши боты, самые ботистые боты. Так, сейчас я тут немножко это самое осмотрюсь. Ты главное осматривайся, потому что тебе на там доктаги искать и все такое. Я там что-то нашел уже для себя. Если я хикс, это не значит, что. Я должен. Марин. Амрин. Ты глянь, какие клоуны. Многие жалуются на то, что, ну, как бы, я не знаю, считал, что многим не понравилось, что нужно драться вместо чужих с этими своих ландютаниевскими товарищами. По мне нормально, как бы. Расширяет лор. Да. Ну, то есть, как бы, мы все там знаем, что это USCM, там вот это вот. Там Объединенная Америка или что-то там такое, я уже не помню, как это называлось. Я тут почитал книжку по Alien RPG, так там куча всякого интересного параллельно есть, ну, как бы. Кроме чужих, собственно. Вселенной чужих. Хотелось бы, чтобы это тоже рассказывали. Как-то было вплетено. Знаешь, там... Ну да. Морпехи и чужие, морпехи и чужие. Все, больше ничего нет. Ай-яй-яй-яй. Вот, я читал этот сценарий Уильяма Гибсона, который не опубликовал. Броник же не нужен? Броник, а, возьми. Значит, нужен. Mm-hmm. Ой, что это такое? Это как... Какие-то ядерные реакторы или что это такое? По-моему, это что-то из вселенной Вархаммера. Кто меня? Ты жив? Я жив. Но что ты меня попокали? Но винтовочка хорошая. Да ты прямо это самое. Где Fire Team. Где тебя направили? Фаер. И мерка зажгли. Напал ему по утрам, да? Да-да-да. Так, 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 так. Смешная нарезка детей. Сколько детей по месяцу? Коляска, да? Смотри, как покромсать, да? Вечер уморительный шуток. Шуток за 300.
О, касочки. Каски. Китайские, походу. Не, реально. Ну, еще касочки. Стоит, а там немецкие каски собираешь. Да-да-да. Тут внизу броник весь такой. Выдал. Часть олдскульного геймдизайна. Да. О, меня убили. Да, что ты творишь? А я все откис. А, все полностью откис? Да. Вот это неприятно. Так, ладно, что тут у нас такое? А ты за мной как теперь? Следишь с неба? Да, да. Я с того света слежу. Ага. Небо, передавай приветы. Эй, кто здесь? Кто здесь за это? Ну так, кстати говоря, мальчик. Тут можно ли? Сглаживание движения мышки есть. Надо поменьше сделать. Что-то так дергано все. Так, а что, у нас все лежат? Да, у нас все лежат. А, ты вообще последний. Блин, я вообще не понимаю, что происходит. Я всех спасу! А, он не всех спасает. Знаешь, что здесь происходит? Здесь происходит суета. Наводим суета. Так, я тебя убью. Да. Я убью тебя, лодочник. Да, я убил тебя, лодочник. А, нет, не убил. Но это мне все равно не помогло. Ну, отлично, поиграли. До новых встреч. Clone Marines. Ладно, что здесь происходит? Так, бронька. Бери броньку. Или там уже все, побежал. Так, я пока загружаюсь вообще. А, еще прогружаешься? Да. О, появился. Так, что там у нас? А, мы, кстати, далеко начали, хорошо. А, буквально, да, за... в то... Я повторю свой предыдущий опыт. Ой. Блин, я хрена непонятно, кто где, что. Здоровье восстанавливается само по себе? Не знаю, нет, по-моему. Это все-таки... Олдскулы аж сводит. Да. Игра довольно новая. Ага. Но... Вставайте уже. Так, тебе аптечка нужна, а то у меня мало здоровья. Бери, бери, а, бери. А, тебе полная. У тебя на 2/3. Ты как-то пошел вперед. Да я просто взял гранату в руки, не в подходящий момент. Ты взял вот эти собачьи метки? Нет, сейчас, секунду, мне тут это... Звонок. Алло? Алло. Да, мы этот Fire Colonial Marines сейчас играем. Ты что, будешь, не будешь где-то фото? Я? Ты ко мне? Тебе. Нет. Я понял. Ну ладно, хорошо, понял тогда. Это да, давай. Да не, ничего.
Я понял. О, у меня пистолет слушателя есть. Я понял. Ну хорошо, все. Давай. Хорошо. Давай, пока. Что-то зовка отменяется. Да. Говорит. До трех, как бы, время максимум сегодня есть. А, как бы, ГТФОль ваше начинать сейчас уже, наверное, поздновато. Ну, сейчас три выходных, то есть можно еще там собраться сейчас, на днях будет. Ну, я там в отпуск, на самом деле, уезжаю, поэтому... Но я бы сказал, что ГТФО там, если первые миссии брать, то, ну да, часик нужно. Ладно, я же говорю, я проходил три миссии из первого раундауна, второго раундауна, третьего, ну, самое первое, А1. И оно как-то легко пошло. Вот. Когда уже понял, как с ботами обращаться. Я только не понял, у тебя что, мой дробовик? Ну, а что ты его убрал? Это мой дробовик. Дробовик Хиггса написан на нем. Ну, значит, сегодня поиграем в чужих. Ну, давай, да. Так, окейшки. Понеслась. Ты там взял эти... А, эти собачьи метки. Нет. Жетоны там лежали на этом. Вот здесь вот, вот здесь вот. Да-да-да. Всё. Все, я как раз все нашел, мне только логна надо найти на этом уровне. Тебя долго-то, кстати, не будет? Ну, я... По классике, как везде? Ну, на месяц, путаю месяц, на неделю. На неделю, понял. То есть, в следующий раз еще встретимся, может быть, даже, да? Есть такая вероятность, но я ничего не обещаю. Я понял. Вот. Ну там собирайтесь чего там. Пока тебя не будет, мы будем устанавливать все игры. И играть ещё. Вообще самое интересное, во что ты хотел бы поиграть, не один. Так что так вот. Это что, эти что ли там? Шахтерский корабль гномов? О, лог нашел, кстати. Он тут вот лежит, висит. Иди ко мне. То, что ты не можешь делать. Что у нас тут творится? Ой, смотри. А панелькам, да? Наемники в ядерном реакторе. Или что это такое? А, кстати, да. Это все напоминает, я говорю, этот Deep Rock какой-то. Какой? Deep Rock напоминает. Чё? Ну там, как на корабле в начале. Если смотреть в окошко. А, да-да-да-да. Хаб. Да-да-да-да. Так, что там у нас, что там у нас? Так, тут ничего. Чё ты ховаешься? Вперед и с песней. В смысле? Так, бежит. Шакил Анил. Аптечка. Если кому нужно. Тут патроны. Только я пинговать не могу. В принципе, не так. Да. I have a feeling we're about to find out. You're going to be guarding the bridge with force. And
Shoot every last one. Так, в лифте принято стоять всем лицом на выход. И потом один поворачивается и говорит: вы знаете, зачем я вас здесь собрал, да? Так, что это за оружие было? Плазменная винтовка и винтовка Шарп. Что это? А это там, знаешь, когда... Когда все совсем плохо, да, уже? Нет, я про то, что в фильме «Чужие», там этот, как ты, не Хиггс, а Хадсон. Хадсон рассказывал Рипли о том-то. У нас есть тут Sharp Sticks, вот это вот. Видимо, ну типа... Ты видишь эту сладкую палочку? Извини, я тебя перебил просто. Давай ты говори. Ай, красавчики. Белла, я одел. Ну, ребята, неуставные отношения. Не время, я понимаю, конечно. Стресс, все дела, но тем не менее. Высовывайся ты. Че там такое? Турели, обойти их надо. Видимо, с этой стороны, что ли? Ух, ёб, турель. По ёкарно бывает, да, нужно пробегать. Как, слушай, какой ты тупой, блин, действительно. Очень тупой этот самый. Буратино был тупой. Ты ему ногу отстрелил. Так, патроны. Тебе добавляется тоже, да? Да, 80 раундов написано. Так. Все, так, я выключил. Что-то тут интересное есть. Ну, в общем-то, все доктаги мы собрали, аудиологии тоже. Ой, там дурель. Ага. Типа, где? Так пошла. Это было слишком самонадеянно с моей стороны. Я пока полежу тут. Да подожди, ты куда ты лежать, блин, как мне выйти отсюда? У меня пока еще есть время. Половина. Ай, блин, с моей той стороны тоже. Анил, помоги! Это все ты виноват. Ну все, теперь за ботами будем смотреть. Да. Ну, 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 ну. Так, ну что, Command Deck, да? Там не беги, просто это самое. Let it be a little bit more tactical. Да, я просто это... Отбитый немножко. Алло. Милый друг, не спеши. Чё ты не спеши? Нам сюда не надо. Кто здесь такой? Какой-то брут. Тик-тик-тик-тик. Так. Так. Слева. Отключил. Это я тоже отключил. Супер. Так, меня кто-то стрелял. Я тоже не понял, меня тоже кто-то тут стрелял. А, вот он! Вот какой, да? Да, сараса такая пелея. Так, что это у нас такое?
Руль по ботам не стреляет, я так понял. Непонятно. Они тут тусуются, а она стреляет по мне. Ой, блин, меня убивает его тварюга. Спасибо. Так. Ай, блин, это ты. Я в тебя полобоем выпустил. Он из окна так перепрыгнул, да? Да, такой, откуда ты взялся, как ты туда пошел? Ну? Да. Паркур? В каком году эта игра вышла? Здесь компьютер родился. Да. По-моему, в 12-м или в 11-м. В 11-м, по-моему. Тогда еще паркур не изобрели для игр. Здесь компьютер дымится, мы походу это RTX стоит какая-то. А чё все смотрят? AMD Ryzen. Там же недавно было... Помню, читал новость о том, что AMD признала проблемы с тем, что какие-то модели Ryzen сгорают. Так, чё-то нажать. Ну что, пингуем? Да, я в окошко смотрю, они чё-то смотрят, я думаю, наверное, что-то интересное. We made it. You're too late, sir. Sir, what the hell are you talking about? We're here. Sulaco Actuals, mayday, mayday. The reactor is critical. There's nothing. А теперь смотрим. Красота небес. А что это? Графон. Графон. Так, где за что взяться? Ручки есть какие-нибудь? Тут космос. Тут только за себя можно взяться. За себя и за Сашку? Именно так.